Всем привет, ребят! Ну что, сегодня я вам покажу еще раз этого героя на английском сервере в разных локациях, что он может, не с максимальной прокачкой, как и обещал на битве гильдии, я его показал. Сейчас покажу вам его в разных локациях. Ну, такая вот у меня сборочка, я его особо не прокачивал на атаке фортов, которая закончилась вот с такой вот сборкой. Мою пачку вместе с ним другие с огниками не смогли слить. В итоге вот мои очки этой пачки, ну то есть он себя показал очень-очень круто, даже в такой сборке, не на максималке. Поехали, покажу вам его сейчас сразу же на арене, не в топовой прокачке. Даже лучше бег поставить, ему я уже показывал, с бегом он быстрее до центра доходит и достает вражеские камни. Он все равно достает, как видите. Ну просто никто ничего не смог сделать ему, даже на такой прокачке. Ну, урона, как видите, не так уж и много. С пактом, конечно, он получше бы смотрелся, но очень большой шанс того, что его сольют. Так, ну давайте вот кто-то с черепом здесь попробуем тут. Ну, кстати, душек у него энергию забрал. Вы видите, герои просто тупо стоят все время в стане. Даже черепа, наверное, сольет. Единственный вариант его слить — это иметь разброс либо молчанку. Долго, конечно, он камень бьет, но ничего не поделаешь. Тестируем на минималке его. То есть не на максимуме, не 12-12, а именно 10-10. Обычная сборка, без всяких там топовых прокачек. То есть нету на нем там чего-то сверхъестественного. Даже та же самая ремка, просто пятая. Ну, то есть для арены он реально годный, даже в такой сборке. Еще пару героев, ему вообще будет трешечок. Так, тут, кстати, кто-то есть с фрайкой, поехали. И тут есть и вторые эволюции у него, ну посмотрим, кто сможет его там фрея сделать. Вот такая же фрея, в принципе. Смотрите, один на один против фреи. Все равно он тащит. Он просто не дает ей тупо включиться. То есть, по сути,
Качаете ему 10-10 вторую эволюцию, находите ремочку, потому что это на сегодня самый идеальный вариант, потому что вы рунами сможете все, что хочешь, поставить и трешуете во всех локациях. Особенно кайфово он смотрится вот на атаке фортов, мне очень понравился, в забытой, на арене, ну во всех и в забашке, главное ему включиться. То есть если на PvP локации ставите ремку плюс живу, и больше ничего вам не надо. Самая основная его задача — это массово заморозить героев. Так, ну кто у нас? Танк Диабло. Ну, поехали его еще. Посмотрим. Тут он, наверное, быстрее. Да, даже не успели никого сегодня. Все равно, смотрите, Каргула даже достали. Нифига себе. Ну давайте еще его раз. То есть по сути герои просто стоят замороженные. Единственное, кто по нему может бить, это еще Командора, плюс такой же Леда Феникс, ну и плюс Фрея может скиллом там бить. Ну а так в основном ему ничего не страшно. Но сносят его очень быстро. Вот как видите, даже Нубис там не с особо топовой прокачкой его хорошо дамажит. Ну, он снимает процентуальную. Так, ладно, поехали, покажу вам его в такой сборке, уже показывал на битве гильдий. Покажу еще раз. Вот битва гильдий, самая его основная задача, вот слить он 40-50% в любом случае базы сносит. Дальше уже должен работать Ронин, и в принципе этого вполне хватит, плюс питомцы, плюс там разные герои, то есть проблемы снести любую базу уже вообще нет. То есть опять же ремка плюс живо, плюс у вас будет шанс, что он сможет где-то дальше забежать. Единственное, что он очень боится стрелка, вот смотрите, видите, ну просто слили его, но 40% опять же он под базы вынес. В экспедициях поехали еще тут потестим. То же самое, то есть ему урона слишком много не надо, самое основное, чтобы он сразу же включился, и он вот у вас будет нормально выносить. Вот видите, все равно не успел включиться, то есть его сливают в любой прокачке, он все равно будет падать. Прокачаете вы его там с бастом, либо еще чем-то. Лучше, чтобы он два раза включился. Так, окей, с этим разобрались, поехали. Ну, тут, думаю, смысла нету его тестировать. А, покажу вам, лабиринта у нас нет. В древнем, в подземках я уже показывал. Поехали в забытую. Так, забытое. Видите, сливают, налаживают на него молчание, забор энергии, все. То есть, если вы хотите, чтобы он у вас нормально добивал, конечно, надо ставить кого-то первым, там, любого героя, и потом он включается. Ну, разные пачки бывают, один он по-любому тут пачку не снесет, но сейчас я вам постараюсь показать даже в такой сборке, как он сносит. Вот нравится мне Ара, кстати, против Фрея. Фрея ничего толком сделать не смогла. Так, вот есть. Окей. Ой, тут Фрейка. Махатма. Вот он включился. Посмотрите, урона у него не так уж и много, но посмотрите, сколько он героев смог ушатать. Его тут, конечно, вынесут. Осталось у нас только Махатма, ну Фрея и это-то двоих он снес, то есть нормально он стоит. Если было бы еще с ним 4 героя, то в принципе пачка бы налегке затащила.
какие-то бракованные у них их не крыла. 12-12 огник сливается от обычных героев. Смешно, смешно. А тут череп с девятым разбросом тащит. Так, отлично. Ну, давайте еще поищем какого-то. Анубиса он, в принципе, в такой сборке. Ну, вот Анубис. Вот, посмотрите, что он делает. Он просто не дал им включиться. Единственное, сейчас Рино заберет энергию. Да, не дали ему включиться. Но, опять же, пачку он практически выносит. Причем тут 11-е. То есть герой довольно-таки универсальный и интересный для бастоната. Видите, к сожалению, нету никаких топов здесь. У меня не так уж и много. Набито, я в забашку не хожу, но... Оп. И все. И никто ничего не смог сделать. Ай-яй-яй, видите, молчанку накинули, он не успел включиться, а вот сейчас он включился. И урона, кстати, он не получает, пока скилл включен, ну, тут уже, конечно, он не вытащит. Зеленый смотритель его заблочил. Ну, можно поставить ему психощит, в принципе, как вариант. По идее, молчанка не должна пройти от смотрителя. Надо будет тоже потестить. Так, ну, в принципе, я вам это показал. На подземках герой интересный, ну, не знаю, какую там показать. Ну, в принципе, давайте попробуем на этой же подземке. У него, конечно, сетхила нифига нет. Ну, попробуем. Вот видите его. Чудесно сливают. Ничего себе, как это место так пробежался. Ну тут даже такого урона, в принципе, хватает. Если, наверное, его подсорьют. Варджай успеет включиться. Да, включился. То есть можно подземки проходить. Выбить себе даже на бездонатном аккаунте. Этого вполне хватит, чтобы бегать по подземках и без проблем там. Думаю, до седьмых кошмарок, даже на седьмых кошмарках без проблем набирать по 2-3 звезды. Ну вот как-то так. Нужен только подхил. В принципе, все. Я уже героя вам и так показал на максималке. Показал вам его в такой сборке. Без там мега тупо донатных, как пишут, прокачек. То есть простая ремка, ожива, увеличение проклятое поле. Этого вполне хватает. Без там 12-12, без мега топовых созвездий.
Просто тупо трешивать, нормально набивать. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.